В региональном центре по связям с общественностью состоялось совещание по теме доступности и эффективности работы физкультурно-спортивных сооружений в Омской области. В центре внимания были два основных показателя, обозначенные в указе президента страны: рост числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и увеличение продолжительности жизни. В мероприятии принял участие первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. В своем выступлении он уделил внимание состоянию материально-технической базы, кадровым вопросам, а также рассказал об услугах, которые получает население на спортивных объектах региона. Мы чувствуем поддержку со стороны губернатора, со стороны федерального министерства. Нам становится проще развивать все направления и в области массовых мероприятий, развития физической культуры. Мы проводим большое количество фестивалей благодаря реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт. Норма жизни», также другого федерального проекта «Бизнес-спринт». Мы сегодня можем строить новые спортивные объекты, улучшать материально-техническую базу. У нас на базе Сибирского государственного университета физической культуры и спорта постоянно проходит профессиональная подготовка. Вот как раз именно в рамках национального проекта инструкторов, методистов и тренеров. Это все позволяет оказывать более качественные услуги. Строительство современных спортсооружений идет параллельно с реконструкцией уже существующих объектов. Ежегодно в преддверии сельских спартакиад обновляется спортивная база в двух сельских районах области. В городе прошла модернизация футбольных полей на стадионе «Сибирский нефтяник» и манеже «Красная звезда». Идут плановые работы. Хорошим подспорьем стало открытие 23 спортивных площадок для выполнения нормативов ГТУ. В этом году в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт» будут оборудованы три умные спортивные площадки в Полтавском районе, Силькуле и Омске. Я хотела, пользуясь случаем, поблагодарить правительство Омской области за оказанное доверие Министерства спорта, молодежной политики, что нам доверили строительство умной площадки. Уверена, что и население села Новоилиновка оценит достойно современную площадку, потому что вот я в свой акцент, наверное, в выступлении показала, что у нас современная площадка сдачи ГТО, и ее видно. Это добротные тренажеры, это тренажер, который соответствует требованиям для того, чтобы любой взрослый население, любой студент, который собирается поступить, да, обучающийся, могли сдать. И нормы ГТО, я хочу сказать, у нас у традиции на стадионе каждый четверг любой житель может прийти и сдать нормы ГТО. Повысить динамику позволит и скорое открытие новых спортсооружений. В сентябре этого года завершится строительство многофункционального комплекса «Арена». Затем будет введен в эксплуатацию крытый каток на территории спортивного комплекса «Сибирский нефтяник». В 2023 году в микрорайоне «Московка-2» появится бассейн. Также обсуждались вопросы использования современных технологий и информирования в социальных сетях и СМИ о возможностях для занятий физкультурой и спортом.